Одни из излюбленных мест для отдыха гостей и жителей муниципалитета – лесные массивы, граничащие с заповедником Утриш. Он уникален своими фисташково-можжевеловыми лесами, где обитают в том числе редкие и исчезающие виды животных. Такой лесной массив воспламеняется очень быстро. Для огня отсутствуют какие-либо административные границы. Петарды, фейерверки, пыжи от охотничьих патронов. Любой источник искр может стать причиной большого пожара. За нарушение правил противопожарной безопасности в зависимости от последствий предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. К сожалению, наши граждане бывают очень беспечными, находясь на территории леса. Ну, а если говорить проще, то элементарно даже брошенное стекло либо стеклянная бутылка может спровоцировать горение сухой травы. Солнечные лучи попадают на стекло, отражаются, идет уже сам процесс горения от сухой травы. В случае обнаружения огня на сухой траве или в лесном массиве необходимо обезопасить себя и близких, отступая перпендикулярно пути его распространения. При первой же возможности сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112.